Друзі, всім привіт! Сьогодні дам відповідь на запитання, чому менший пробіг не завжди класний вибір при пошуку комерційного транспорту. І все це на прикладі вантажівки Manta GX. До речі, давно у нас не було вибору комерційного транспорту. Ви все там пишете, бомбіть, а що там вантажівки, ви вибираєте. Так, обираємо. Сьогодні ви дізнаєтесь все про від «Альо, мені потрібен автомобіль» до вже бляхи або номерного знаку на бампері цього автомобіля. Так що там, все порядок? Там все порядок, що по одному, що по другому. Можете перевіряти все, що хочете. Відкрили, скинули крышку. Мало того, что он на каком-то хорошем таком качественном налете. Это течет гидравлика сверху, оно вот стекает вот на датчик, ну и потом дальше стекает вот сюда. О, а знаешь, чего тут так пахнет? Тут мышки живут. Ну как не может? Это тогда не мышки накакали. Ежик! Ежик! Ужик! Пингвин! Курва, пингвин! По традиції треба розповісти про саме замовлення. Так отже, про замовлення. До нас звернувся бізнесмен, що влаштував собі бізнес навколо земельних надр, скажімо так. Надр є таке українське слово? Земельні надра. Коротше, біля кар'єри буде працювати цей автомобіль. У нього є бюджет 40 тисяч. 37 – це 40 потолок, більше нема. Треба машина з пробігом бажано дуже, ні, обов'язково до 700 тисяч. Треба машина, типа спочатку Євро-5, потім який Євро-5 в 17-му році, бо людина просто не розуміється. І тут ми з'ясували, що треба в ці кошти знайти автомобіль. Мало того, що він повинен бути з пробігом до 700 тисяч, він в будь-якому випадку буде з екології Євро-6. Євро-5, Євро-6 – це екологія стандартів до 2014 року. Майже до 2015 випускалися там Євро-5, з 2014 випускається Євро-6. В деяких странах досі випускається ще, що це таке ляпнув, не досі, а до 2017 року вони випускалися. Коротше, ми з'ясували, зробили розслідування, як завжди, для людини, і показали, що по його запиту можна дивитися лише на МАН. Чому на МАН? Тому що МАН – це такий європейський КАМАЗ, щоб було зрозуміло. Тобто там все трещить, там гримить, там ніякої шумиш ізоляції, машина топорна, вона жорстка. ДАФ, Вольво набагато комфортніша, вона м'якіша, але машина треба для роботи. Але МАН – це от така надійна лошадка. Воно херачить, працює дуже довго і майже завжди. Отже, щоб дуже багато не розганяти, ми розуміємо, що треба щось біля кар'єрного. Треба от такий дорожній просвіт, треба залізяка для того, щоб вона захищала мотор. І головна умова – це треба гідравліка, щоб була, для того, щоб було самоскид. Але ми розуміємо, що, по-перше, таких машин не дуже багато, тому дорожній просвіт уміншаємо, тому що в процесі розмови ми з'ясували, що він не буде по кар'єрам їздити. Він буде приїжджати до кар'єру, а там плюс-мінус дорога нормальна. Тому от такий дорожній просвіт не потрібно. Буде клас! Якщо не знайдемо, розуміємо, що це не обов'язкова умова. Але серед обов'язкових умов це обов'язково гідравліка до 700 тисяч. І так, щоб все це чудо вложити до 40 тисяч євро. Сказано, зроблено, окей. Ми розуміємо, що це не DAF, ми розуміємо, що це не Volvo, і ми будемо шукати серед МАНів. Тому набрав ще декілька замовлень і їдемо під Вінницю в гніздо розврата, вибачте, в гніздо великолепних, класних автомобілів. Ми їдемо до завідомо непоганої машини, тому що ми, що правильно, ми вже там були, ми розуміємо, по «Альо» нам скажуть приблизно про авто. Правду або неправду. Отже, якушинці. Так, вот. МАН серый на гидравлике, который выглядит мощно. Сейчас смотрим. Я думаю, что и вот этот тоже синий. Вот его, по-моему, нету в объяве. Сейчас посмотрим. Я не обещаю, но, по-моему, даже вот этот тоже мы посмотрим. Ну, вот этот вот выглядит нарядно, конечно. 22-го года стекло Бенсон поменянное по пластику. Так его натирали. Так, вот тут какие-то мотанки. А, мотанки, понятно. Это на огоньки по календарю. Это его пластик целый. Вот эта штука, по крайней мере, не менялась. Вот этот пластик тоже целый. Нам сейчас главное понять, что он не получал по мордам, чтобы мы быстро
поняли, продолжать или не продолжать осмотр. Вот тут вот какой-то воздух перекрытый. Так. Какие-то есть отложения незначительные. Сейчас будем разбираться дальше. Ну, по передку я смотрю, что он, в принципе, целый. По пластмассам, по вот этому всему. Единственное, что вот эти вот петли уже крутились-вертелись. И тут уже что-то перемазывали. Бампер, вот эта часть крашена вся полностью, вот этот пластик. По радиаторам. Радиаторы выглядят нормально. Мыть их надо, потому что песок. Я вижу, в песке оно все. Я бы мыл радиаторы по-любому в качестве профилактики. Их все равно надо промывать, чтобы машина дышала. Так, вот это все по заводу, вот это все проложено как надо. Тут тоже все, в принципе, выглядит нормально. Так, сейчас быстренько. Вот этот вот пластик тоже малювался, хотя пластик ее оригинальный, не мененный. Это завод все? Да, это такой. Ну, это же ВАК. Ты знал, что МАН это ВАК тут по корпусу. Тоже порядок, ветками немного поцарапаны. Это все ерунда. Пластик этот тоже в норме. Поводки на дворнике тоже ржавые в налете. Тут все защита немножко подмята, есть пару коцок. Бак визуально целый. Открылки целые. Так. Кнопка не работает. У нас гидравлика. Что не работает? Эта кнопка вверх не работает. Блин, МАН это железяка, конечно. Это не то, что ДАФ. Мы только что смотрели, сопливый такой. Тоже задняя стенка вся целая. Что, запускать будешь? А что, я хотел полезть вниз сначала. А, ну да. Он тут и не сильно, я хочу сказать, не сильно его и намывали. Он не сильно так и подготавливали. Корпус тут тоже фильтра, тоже все его. Оригинальное заводское. Теплообменник он немного. Ну, не сказать в масле, сказать так, подзапотевает немного. Вот то, что я говорил, что петля. Вот я дверь снизу беру. Скажем, для МАНов это норма. Это изнашиваются вот эти штифты на петлях, это их надо менять. Ну, потому что есть такой момент, что вот она как будто бы, ну, не как будто бы, а она реально провисшая дверь. По итогу она вся целая. Из замечаний поверхностно, что я по первому обходу заметил, это только то, что надо мыть радиаторы. И, в принципе, пока что все. По-мановски он, конечно, будет такой простой-простой, дебелый. Сейчас мы его будем более детально смотреть. Резина вроде с запасом еще, что задняя, что передняя. Не вроде, а с запасом, что задняя, что передняя. Такая, конечно, извиняюсь. Да, кусками вырвано, блин, есть такие моменты, вот. Это нам говорит о том, что машинка ездила где-то не по асфальту. Ладно, из визуального еще дальше продолжаем. Так, тормоза отметил. Вот эта X-образная тяга по сайлентам выглядит живой. Есть такой налет, скажем, для МАНа это норма. Блин, сейчас как уеб... Ну, этот не... Ну, хуй двери, конечно. Тече личечка, личечка. А кто там вверху, есть кто-то? Да. А вот тут вот, куда я свечу фонарем, ты видишь? Там что-то течет, блядь. Это гидравлика, я так понимаю. Вот тут. Со шланги, да. Вот тут, вот это вот? Или где течет? Да, я вот тут сейчас. Так тут не подходит масло никакое. А вот капля висит вот где. Слушай, тут оно вот что-то сверху вот тут даже мокрое. Ну да, вот я стерю, что там что-то сверху течет. Вот этой вот коробки, с вот этой вот хуйни. Да не течет, вот оно вот здесь на вот этой вот сетке. Сверху в масле. Пролили? А-а-а! Ежик! Ежик! Ужик! Пингвин! Курва бобр! Тут масло. Австрийский пингвин. Это с гидравлики тут сверху налилось. Вот налилось? Тут, да, вот тут-то. Так. Вот тут-то, в розетке. Значит, сука, тут еще есть моментик. Еще есть масло? Желтое ж, да, оно? Да. О, пингвин. Значит, давай на другую сторону. И вот оно все отсюда капает, вниз стекает на карабасик. И такое ощущение, что течет карабасик. Не, я тебе могу точно сказать, что это не коробка. Не, потом... так видно, что это не коробка, масла же другого же цвета.
Короче, это гидравлик. Да. Все, прекрасно. Сними. Кого? Видео. Ящик? Ты же внизу. Я ужик. Я вообще такой, чтобы запретил бы себе снимать видео. Я бы тоже. Так, обнаружили сейчас маленький прикол вот отсюда, вот с этой планки, куда гидравлика подсоединяется. Вот тут вот лужа мокрая гидравлического масла. Ну, как бы это не поломка, не проблема. Это вот. Вот оно вот здесь вот лежит. Вот, и оно скатывается, капает вниз. И Антон сейчас там снизу снимает, как раз про это говорит, что это не с коробки, а это вот гидравлическое масло. Так, значит, это уже снизу ман. Что тут у него, вон видно, капля висит. Это течет гидравлика сверху, оно вот стекает вот на датчик, ну и потом дальше стекает вот сюда. Коробка сама по себе сухая. Вот масло желтое, это гидравлика. Значит, по правой стороне та же история, сверху течет гидравлика. Ну как течет, она подтекает, стекает наверх до трубки, скапывает сюда вот на колокол коробки, и вот здесь вот она вот так вот влажно выглядит. Ну и бросает, конечно же, на глушитель, на трубу. Так, тут по рессоре она целая, это ушко. Дальше будем смотреть. Тут что у нас? Тут сухо по задней части, все у него. Баллоны нормальные, не лопанные. Рама в хорошем тоже состоянии. Так, по салону. Ну, по-мановски салон тут будет простой и пластмассовый. Так, так как мы уже выяснили, что эта машина была под какие-то боевые задачи, тут он будет нормально так пожеванный салон. Вот тут резинка порвана, это одно. Так, вот это у нас краники под гидравлику, это надо разбираться. Вот в таком состоянии ремень. Блин, на этих всех машинах это проблема. Потому что ремни тут превращаются вот в такие веревочки. Потому что в машину заходят, выходят часто, много. И вот такой вот эффект получается с ремнем. Так, тут по пластику порядок, по ступенькам порядок. Тут стертый подлокотник, стертый вот этот пластик. Но все работает. Значит, руль пластиковый и руль по ободку потертый. Есть такие коцки здесь. Подлокотник тоже. Сиденье, ну, скажем, в нормальном состоянии. Вот этот валик заломанный, вот он, пустое тут место. Дальше тут что-то прикручивалось, пару дырок оставили. Тоже что-то прикручивалось, пооставались дырки. Спалка нормальная, плюс-минус в нормальном состоянии. Есть воздух. Так, это рундук, холодильник. Сабвуфер, даже крепление под огнетушитель. Огнетушителя нет, но можем выбросить. Как всегда воняет холодильник. Потертый вот этот вот селектор. Тут тоже крепилось какое-то крепление. Так, и вот здесь вот эта штука. А, да, вот она вот так защелкивается. Ее можно сюда переставить. Тут вот дырка. Тоже что-то крепили. Тут что-то крепили. Тут что-то крепили. Ну, короче, бесконечно что-то крепили. Вот этот ремешок более-менее нормальный. Но тоже у него проблемы, назад он не заходит. Шторки. Ну, ман это крепкая, простая тачка, поэтому... Так, тут тоже шторы, резинки, тут, в принципе, тоже все сохранено более-менее. Так, делаем распечатку. Баллоны ман, блоки порэбанные, ну, типа еще не оторванные. Так, здесь тоже баллон целый, значит, сальник не течет. Тут тоже по своим блокам они потресканные, но типа не порванные. Задние части рама тоже в хорошем состоянии. Есть немного коррозии, но не сильно, не критично, скажем. Бак целый, не побитый. С баком тут все отлично. Так, Ярослав, а покажи, будь ласка, як дістати з тахографу роздруківку взагалі і для чого це потрібно? А, зачем? Це потрібно для того, щоб зрозуміти, сопоставити пробіг, час з заявленим інтервалом калібрування приладу і, в принципі, обслуговування. Зараз ми подивимося, воно повинно співпадати з реальністю. Ми бачимо, от, в даному випадку, ми бачимо останній запис.
23-й, 6-й місяць, ну, 528 тисяч. Є налітка в дверному проємі, і де є сервіс, співпадає, я вже просто перевіряв. Це означає, що автомобіль обслуговувався вчасно і там, де треба, і зафіксований його пробіг. Ну, насправді, друзі, отак от витратити час, кошти, доїхати до Вінниці і для того, щоб подивитися чек з тахографа, а чеки, до речі, іноді бувають, кажуть, так, катушка закінчилась, нема, і херді проб'єш таку, щоб не їхати. І якщо у вас немає доступу к базам даних вантажівок, ну, на увазі офіційні сервіси, ну, у нас вони є, але не у кожного є, тому що ви не можете просто так прийти на офіціал і сказати, от вам ВІН-код, дайте мені історію по автомобілю. Будете послані к бєняній мамі. Але розумієте, що це автомобіль з Європи. І що? Правильно, є CarVertical. І по CarVertical можна з'ясувати. Зараз на прикладі автомобіля, ось усьочки автомобіль, ми маємо МАН, і ми маємо 250 тисяч кілометрів пробігу, все чудово, заявлено. До речі, машині під 40 років, вона 14-го року, а 250 тисяч пробігів. Ну, іноді буває, у кума десь стояла в огороді. Але копіюємо ВІН-код, внизу я залишу для вас посилання. Натиснув на котре, ви отримуєте 20% знижку на CarVertical. Ну, або можемо ставити промокод, котрий вам також дозволить отримати цю знижку. Так от, копіюємо і заходимо на сервіс CarVertical. Ну, начебто все чудово, зокрема однієї маленької деталі. В 22-му році в неї вже було 650. 80, ні. 650. 650, 908, ну тобто 650, коротше, 651 тисяча кілометрів. І ось така лапша на уші народу вам просто не налізе. А оці пару доларів в порівнянні з... Скільки ця машина коштує? 50 з хером, да? 54. 54 тисячі доларів. І ми розуміємо, що отак от на кукан натягують на 400 тисяч просто легесеньке. І все це, друзі, ми узнали завдяки сервісу CarVertical. До речі, тут треба зазначити іще історію. Ну, ще вдогоночку скажу класної важної інформації, що ця машина спочатку вона була зареєстрована в Іспанії, потім далі вона перекочувала в Польщу. Поляки, напевно, припускаю, гаразд. Або поляки, або українці на дні трохи пошаманіли, і машина стала, та-дам, 250 тисяч кілометрів. Але в нашому випадку у нас все чудово, у нас рівно, у нас все б'ється. Тому, друзі, не злякайте цьому сервісу, внизу посилання закріплене, пам'ятайте, CarVertical, 20% знижка. Якщо машина з Європи, а не дай Боже, вона десь була засвідчена в ДТП, це також буде видно. Взагалі, якщо чесно, можна подивитися на Декру, на автомобілі Декра. Ну, наша машина з Німеччини, у нього є лист огляду, котрий називається Декра. І його можна подивитись. Да, ви зараз можете набомбити, написати, що можна сфотографувати, прислати. А так я вам скажу, що можна ще і підробити цю Декру. Ну, я то особисто знаю, як вона виглядає оригінально, як вона виглядає підроблено. Тому дуже багато підробляють, а тут бабац, за декілька доларів можете з'ясувати історію. По нашому автомобілю все рівнесенько, тому ми прийняли рішення їхати його і розглядати. Внизу посилання, ось промокод CarVertical, можете пробувати користуватися. Ну, ми побігли далі. Так, коробка суха. Що ти робиш? КПО, екології на місці. Банка ціла. На гофрі немножко наблізла сітка. А сюди капає з гідравліки на вихлоп. Так, значить, це 100% кар'єрник. Жив в кар'єрі, да. Защитка от даже є. Поддон у нього сухий. Мотор, в принципі, весь, можна сказати, що сухий. Там є запотівання легке. Зараз полізе. Узнав, що це шестори. Тут ціле. Рама теж ціла. Амортизатори не потекші. Тормозні диски ще поїздять. Остаток колодок. Я скину фотку там. Так, по кабіні підсніму ще. Фарбовані поверх. Покрашенный поверх ступени, потому что вот оно в таком налете все. Вот этот пластик помалевали, тоже освежили. Колесики вот эти сверху покрасили, вот так вот видно. А что там, диски видно тебе нормальные по запасу? Еще, задние? Еще поездят диски. Задние? Есть выработка, то процентов 50, наверное, где-то. Половина дисков приблизительно есть. Красили диски колесные, вот эти, вот эти и вот эти. Тоже тут малевали прям поверх, ну, чтобы красиво выглядело. Так, бак, вот тут вот сверху есть такая примятость небольшая, мятинка. По всему остальному сейчас будем разбираться. Так, вот здесь вот, значит,
тут то же самое, пересохшие петли, пересохший фиксатор, но тут он хотя бы работает, то есть вот он тут хотя бы держит. Но там калитка полная, там надо будет это пофиксить, эту дверь. Тоже все малевали вместе с суппортами, красили. Тоже тут все рисовано, малевано. Вот эти ступенечки, вот это все тоже подкрасили. Так, значит, тоже другая сторона. Тут тоже рессора целая, не лопанная. Амортизатор целый. Тоже тут все в цементе. Что это? Теплообменник сухой, поддон сухой. По мотору тут все сухо. Тоже антифриз, нигде ничего не бежит. Та же защита. По тормозам тоже есть выработка, где-то процентов 50. Так, запустилась машинка легко. Что-то по лампочке и по дистронику, я так понимаю. И по лампочке. Так, чеков нет, есть только вот эти вот предупреждения. Сейчас будем разбираться, что это по ним. Так, по работе громко работает компрессор, в принципе, так как и должен работать на мане. По фильтрам надо заменить. А ну-ка. Подымается. Так, от блюшки полбака открыл. Сделать, что? Нагрелось стекло зеркало или нет? Я не почувствовал. Тут же саб есть. Диоды. Блин, ты не понимаешь, не чувствуешь теплое зеркало или нет? Нет. Ну, стекло открой. Ты почувствуешь, что оно теплое? Ну, поломанное, значит. Сам ты поломанный. Оторвана, тебя не смущает. Я это заснял, я снимала. Так это ты поломала. Давай, Саня! Друзі, жарти жартами, а далі прийдеться все-таки працювати. Далі буде діагностика сервісним обладнанням, і там треба бути сконцентрованим. Тому далі трохи без жартів і приєднання, з'ясування, що ж автомобіль каже нам, як він себе почуває стосовно електроніки. Дозировка AdBlue слишком низкая дозировка. Так его мало? А ну. Нет, его много, его полный бак почти. Точно? Точно, вот. А на щитке есть ошибка, когда он работает? Чек горел, когда я запустил, ага. А потом потух. Давление масла должно быть 1,8, 1,9. Сняли кабину, откинули кабину. Короче, его даже особо не готовили, да? Он какой-то такой весь в бетоне, в асфальте. Короче, есть вот такие вот вещи. Это признак, наверное, того, что он возил. Он возил что-то строительные какие-то дорожные херни. То ли битум, то ли асфальт. Ну, потому что вот такая вот фигня по всей машине. Вон оно валяется, вон. Ну, вот это, я так понимаю, тут и гнезда какие-то, что-то клубилось. Ну, щебень я вижу асфальт, я вижу, что тут... Так, один разъемчик сняли, сухо, красиво. Через разъемы не должно давить никакое масло, по-другому будет плохо. Так, вот эти сейчас посмотрю. Ну, в принципе, и так видно, что тут сухо. Кстати, он весь прям сухой-сухой, это прям хорошо. Так, масло полный щуп, тут у нас все сухо. Расширительный сухой, целый, без каких-либо этих самых моментов. Слышишь, что там ремешок, а можешь подсветить? Порядок. Он даже не потресканный. А, или потресканный. Ну, такое, трошки есть. Так, трубка вот эта вот маслозаливная. Тут у нас тоже сухо. Фильтра тоже порядок. Поддон, полуподдон, ты снизу лазил, сухо там все тоже, да? Все прям хорошо. Вот этот
теплообменничек, есть легкие запотевания вон на коробке. Это единственное, скажем, какой единственный вопрос, какой есть. Задняя часть клапанки и вообще задняя часть вот по мотору, она всегда будет чуть больше запотевшая, чуть больше проявлять себя, потому что мотор немножечко вот так вот расположен. А вот тут вот, конечно, в масло не влезть, потому что тут... А что там на баллончиках на этих? Что там по турбинам, по турбине? Сухо, красиво? Все вообще бомба. Так, ладно. Тут не зда видно, что не намывали, не подготавливали даже особо эту машину, бо она вот вся вот такая вот, как есть. А что там у тебя этот механизм подъемный? Сухо, цело, да, красиво? Сухой. Амортик тоже сухой, этот? Сухой, да. Этот механизм тоже сухой. По вот этому мне интересно. А, вот шкварня тут давным-давно не лазились, не обслуживались. Амортик сухой. По рессорам тоже смотрели, просматривали. Тоже все сухо, отбойники целые. Ну вот, эти вот все отложения. Вот это битум, засохший битум. То есть вот это вот возили этой машиной. Так, пока откинули, ремонтировалось вот это крепление вот этой фары. Туманки допа, она немножко вот так стоит. Подпотевшие мигалки, но то, я думаю, не критично. Вот эта штука затянута в пленку. Тут еще вот замазали очень старательно. Провода, которые в салон идут. Кабина опустилась без проблем. Плавненько, легенько. Экология вся на месте. Да, все датчики все на месте. Тут вопросов нет сейчас, но мы понимаем, что они еще обязательно будут. Сейчас в данный момент она и продувается, и сажевик в норме, и на регенерацию выходит, и вообще без проблем. Вот так, по этой стороне вот засниму вот этот механизм подъемной опускной. Вот тут все по трубкам тоже не намывалось, ничего не подготавливалось. Это относим к плюсу. Тут ситуация, аморт тоже целый, сухой. Шкварня тоже сухие, то есть шкварня бы я перебрал. Дисков вот покажу, ну половина тут осталась, дисков еще. Тут все на своих местах, все цивильненько, все личненько, сюда еще не похоже, чтобы... Видишь, герметики даже нигде не тресканы. Чтобы лазили, да, я смотрю, что, блин, она такая... Ты же видишь, ее даже и не мыли специально, наверное, да? Там обшивка немного... погрызли куницы. Вот эта мотанка висит со шнурком, это, наверное, гудок, потому что гудок не работает. Да, кстати, в машине не работает гудок, не работает подогрев вот этих зеркал. Кнопочка на руле одна не работала, регулировка громкости. Вот это зеркало регулируется, так по кнопкам, по бортовому все, еще проверим освещение. Да, так не крутилось, конечно, не лазили сюда, блин, еще ни разу. Габариты даже светятся. Дальний. Включи ближний крутилкой. О, ближний. Дальний от себя или на себя. О! И теперь там кнопка должна быть где-то справа, фары верхние. Так, все работает. Ближний, дальний, аварийка. Верхние тоже мигают, вон все. Все светится. Эти тоже габариты работают. Все, и мигалки тоже работают. Так, сзади тоже освещаются. Тут тоже все сзади работает. Короче, цікавий варіант. По роботі сподобалось, як працює. По діагностиці все в заводському, не в заводському, а в нормальному стані, так як, в принципі, і треба. Двигун сухий, коробка суха, все сухо, все. Його навіть не намивали, його не підготавлювали. Спеціально він такий, як є, такий є. Із недоліків там не працює пару бортових функцій, там, здається, підігрів дзеркала, сигнал, а й кнопочка гучності. Ну, коротше, дрібниці. По техніці він... Що там, як діла? Саня, все в порядку. По техніці питань до нього зараз мінімум. Він працює дуже м'яко, дуже тихо, рушає. Просто дуже сподобалось. А, і з недоліків, що він, так як він, ми вияснили, він перевозив якісь будівельні матеріали, типу, як, мабуть, асфальт для асфальтоукладчика. Та він такий трошки, звісно, підуставший по салону і зовні, ну, в принципі, це не в пріоритеті. У нас машина для роботи треба, і я думаю, на це ми закриємо
очень. А так, в принципі, апаратик дуже навіть непоганий. А, недоліки. Коротше, дуже сильно провисли завіси на передній водійській двері. Вона, коротше, дуже сильно нахилилася. Її треба перепакувати у ці місця на завісах, бо вона навіть і відкривається, і погано, і закривається погано, і болтається. Ну, це історія нормальна, тому що в машину заходили-виходили там по 100 раз на день. Друзі, а от тепер дам я пояснення. Ну, начебто, дисонанс буде у багатьох, і тим паче у тих людей, хто взагалі ніколи не стикався з комерційним транспортом. В чому дисонанс? Наші пацани радять цей автомобіль. Ми розуміємо, бюджет 37-40 тисяч, автомобіль потрібен під задачі, під кар'єр. Ми розуміємо, що там повинно бути плюс-мінус по техніці. Так, у автомобіля є недоліки, розповіли, розказали, скільки це може коштувати, щоб треба усунути. Але є один такий маленький нюанс. І цей нюанс – це те, що люди дуже часто не так. Люди не бачили до цього комерційного транспорту, в якому стані можуть бути салони. Салон, чесно кажучи, він такий уставший на нашу точку зору, бо ми бачили ще гірше. Але коли ви відправили людині, замовнику, оце відео, він просто ауєл. Він казав, я прикидав собі, що може бути все грустно, печально, але я клянусь, я не думав, що все може бути настільки печально. І враховуючи те, що оцей момент його дуже так відсторонив від цього автомобіля. Бо по техніці плюс-мінус, там все нормально. Ще раз наголошую, під ті задачі, що треба автомобіль, він підходить. І салон там, ну, дуже якісний, такий, вах, муа, конфета, хочу їздити на цій машині далеко і надовго, не потрібно. Але після цього ми вже трошки міняємо условия задачі. Тобто нам не обов'язково потрібна кар'єрна машина, не обов'язково такий дорожній просвіт, тому що машина не заїжджає в кар'єр, вона приїжджає під кар'єр. Декілька варіантів підрегулювали, декілька підтаскали, і ми розуміємо, що під наш фільтр попадає ще інші автомобілі. Тому наступним ранком їдемо дивитися інший автомобіль. Так що там? Все, что хочешь. Так, вот выгнали. Сейчас пройдем, пройдусь быстро по кабине, чтобы уже понимать себе плюс-минус картину. Да, он тут будет не такой малеванный, конечно, как тот. Тоже кромка вот эта вся выбита, но тут хотя бы двери не отпадают. Петли тоже крутились. Ну, бо это такое, типа, как слабое место по ним. Цепи тоже крутились, но тут хотя бы есть фиксатор. Он не отломался, как на той. Вот я его ставлю. Раз, дверь держится, фиксируется. По резинкам, по пластику здесь он будет сильно лучше. Это все-таки более шоссейный вариант. Тоже помалеванные, покрашенные ступеньки, как на том. Помалеванные, покрашенные диски. Тут по пластику, вот это все по пластику, естественно, красилось, малевалось. Фары в нормальном состоянии, есть пару сколов. Тут морда, пластик оригинальный ее. Тут по пластмассе исполнение. Мановское, вот это такое же, как на том вчерашнем, намазано герметиком, это оно все выглядит как нормально, так и должно быть. Так, тоже порядок, пломбы, тут тоже порядок, тут тоже все порядок по датам, все везде сбегается, все везде. Его оригинальное по пластику. Это ж, повторюсь, смотрим на предмет, не получал ли он по морде. 17-й год, радиаторы. Все тут хорошо. Так, радиаторы точно так же, как на том, надо мыть. Ну, его бы помыть. Так, тут у нас все выглядит очень даже неплохо. И этот по кабине будет лучше, чем тот вчерашний. Все красиво, да, но надо знать, что вот здесь вот надо ставить гидравлику. Бо гидравлики тут нема. По раме рамка выглядит вроде как не малеванной. Если отбьется микрон. Кстати, при установке гидравлики, я думаю, можно будет как-нибудь договориться, чтобы бак оставить там, где будут устанавливать. Тут мы уже нашли, кто может установить это все дело. Тут все целое, все на месте. Заглушечки на месте, подкрылки целые. Так, тут по магистралям смотрим, все целое, все
как и должно быть. Тормозов я вижу с запасом. Сейчас Антон там снизу, он, ему лучше будет видно. Так, синий ман, который на двух баках он. Так, у него, значит, хвостовик сухой. Редуктор тоже, тоже сухой. По низу магистрали все целые. Он запустился, можно сказать, с тычка на холодную. Резина у него. Новая мон тоже практически она. Вот в таком состоянии. Тормоза задние новые, без выработки. Баки. Целые баки, не побитые. Амортизаторы не потекшие. Все здесь по задней части у него в порядок. Рама тоже. Тут есть легкая ржавчинка по ней. Так. В принципе, хорошо выглядит все. Коробка сухая. Теплообменник сухой. Так, продолжим. Тут фонарь тоже в норме, подкрылки тоже в норме, заглушки, все целое. Кузов внешка плюс. Визуально он, конечно, поинтересней по салону, по сохрану. Ну и, в принципе, сам выглядит чуть-чуть поцелее, скажем так. Тот 440, я бы его не смотрел. А красный, но он красный. Хотя такой же, это, как говорится, с одной партии. Вот тут можно прям встать? Ну да, тут. Значит, греем уже, делаем газоанализатором проверку. У этой салон будет намного приятней. Машина ездила, судя по всему, там с одним, максимум с двумя водителями. Только что изучили, поковыряли историю. История хорошая. Тут, значит, два подстаканника, оба работают. Вот эта штука работает, что удивительно. У манов она всегда вся сломана. Так, сетки порядок, вот это порядок. Компрессор сейчас включим, проверим. Значит, не работает крутилка вот эта. Ну и сенсор не работает на колоночку. Громкость не работает. Надо разобраться с руля. С руля она тоже почему-то не работает. По рулю, ну руль такой имеет затертость, понятно. Тут у нас установленный такой столик дополнительный. Тахограф, кстати, почитали. По тахографу тоже все бьется, все отлично. По сиденью. Сиденье говорил, сиденье хорошее. Кондер работает, кстати. Здесь у нас тоже все нормально, как всегда, ободранная вот эта шайба коробки. Холодильник. Так, это типа столик здесь. Сам холодильник. Давайте смотрим. Не включается. Надо его. Лампочка должна загораться. Надо его, наверное, проверить. Поломанные ламели. Раз. Нормальная тема. Сам матрас целый, красивый. Тут все выглядит хорошо. Тоже есть сабвуфер, там аптечка. Какой-то еще условный инструмент. Вот тут вот ящик. Доступ в рундук, вон воздух. Все так же приблизительно, как на том. Активных ошибок нет. Дворки. Тут вот заглушечка есть. На сверленного ничего нет. Есть даже рация. Вот тут вот воздух. Все, в принципе, тут цивильненько. Шторы целые. Что мне не понравилось, видать, долго ездили со старыми щетками. Вот натерли полосы на лобовом. Світло працює, дальній, ближній працює. Також працює. Думаю, видно, да? Да, видно. Все працює. Короче, що тут, в чому прикол? От що не понравилось, що виглядить плохо, це от, короче, стоїть. Тут от жучок, ну жучок, перемичка. Типа, непонятно для чого. А от этот от пін розбитий. Тоже непонятно почему. Сейчас попробую показать. Вот. И плюс коллега нашел там течь с турбин. С турбин, да? Где-то, предположительно. Сейчас, короче, попробуем, посмотрим. А жаль, потому что, ну, выглядит он, скажем так, по сохрану, по салону, по внешнему, сильно лучше, чем тот вчерашний. Так, значит, тут стоит ретардер. Немножко подзапотевает с него. Коробка сухая у него. Экология. Датчики на месте. Так, баки снизу целые, не побитые, не помятые. Тут теплообменник сухой, радиаторы тоже сухие. Значит, вот отсюда, с этого места льется масло, он обливается. Сейчас поднимем кабину, посмотрим, откуда она льется. Коробка сухая, поддон тоже сухой. Полуподдон этот 17-го года, теплообменник. Губа на месте. Ну, низковатый, конечно. Да, резина, вот я хотел
подснять сверху. Резина, ну, такая слабая уже. Ремень, плоховатый ремень. Я бы менял с микротрещинками. Навесной ремень. Бачок расширительный. В порядке, кстати, это вот клапан работает. Хорошо, что работает. Масло, кстати, верхний уровень. И, кстати, оно даже выглядит не черным. Тут смотрим по подушке. Порядок по теплообменник, поддон сухо. Перейдем на ту сторону. Так, так, подъемный механизм сухо. Вот этот аморт сухо. А тут турбины течет. Сейчас будем пробовать понять. Пожмакаю этот толстый патрубок. Вот этот. Короче, что получается? Из недостатков. Запотевание трубки на гидроусилитель. Раз. Запотевание клапанной крышки по кругу. И запотевание маслообразования, я бы даже сказал. Вот в этом районе, в районе турбины. Я вижу, что снимались патрубки с турбины. Но понять сейчас, откуда там именно маслообразование происходит, сложно, потому что это надо подразбирать. Подразбирать нам не дадут этот автомобиль. Так, значит, по левой стороне. Ну, клапан как подтекает в заднюю часть. И тут насос гидроча тоже, он там, я не знаю, запотевает. Поддон сухой, коробка сухая. Тормозные диски передние тоже они без выработки. И ось другий старий Гзаксіну не в синее море. Це москаляча сказка, тому ми про неї не будемо розганяти. А ми вдвічі, ну, другий раз вже рекомендуємо автомобіль. Це я до чого розповідаю. Ну, машина рекомендована один раз, рекомендована другий раз. Насправді так буває не часто. Чому? Про це трохи пізніше. А зараз є у нас один малесенький нюансик. І цей нюансик заключається в тому, що нам машина треба з гідравлікою, а тут гідравліки нема. Ну і пацани кажуть, ха, ми поставимо. Ні, я розумію, що у них там стоїть безліч машин, швидко відкрутив, сюди прикрутив. Ну, насправді це так не працює. І, ну, я хотів пошуткувати, але дуже багато людей шутку не приймуть. Тому хлопці порадили сервіс, де цю гідравліку ставити за 1700 євро, вони поставлять на отаку класну історію. І що стосовно цифри? Ну, тобто ми розуміємо, що 35 євро вона коштує, без гідравліки ще приблизно 1700 треба встановити, і ми з ногами влітаємо в бюджет. Ми маємо зараз трасову машину, ми маємо пробіг, правда, не 500, а пробіг у цього автомобіля вже 648 тисяч. Пам'ятаєте, на початку відео я казав про те, що не завжди класно обирати автомобіль з меншим пробігом. Чому так? Тому що 600 тисяч, ми розуміємо, щеплення, добрий день, в будь-якому випадку воно зношується і його треба міняти. Це приблизно ще двушечка винь да полож, і ми розуміємо, що на 600 вони плюс-мінус всі вже обслужені, тому що далі машина вже може не їхати, а тим паче кар'єрник він тягає і з щепленням там є запитання. А тут вже все зроблено. Ну, насправді тут ще запитання легесеньке по турбінці, її треба обслужити, її треба, ну, не обслужити, а отремонтувати. Обслужити мається на увазі взяти картридж, замінити. Це обслужування називається турбіни, бо заміна це коли там вже крильчатка і все розбило, побило і холодну, гарячу улітку, але це історія для іншого відео. Так от, тепер повернемося до цього автомобіля. Машина спочатку коштувала 39 тисяч доларів, потім вона коштувала 38 тисяч доларів. По факту вона вже, вони там третій раз рахували, думали, гадали, скільки її продати. 37 300 доларів цей автомобіль був сторгований і от, приблизно 35 тисяч євро вложені. Це до того, що 35 машина, 1700 встановить гідравліку і буде щастя, далі цей автомобіль буде їздити. І що стосовно салону, це шосейна машина була до того, як вона зараз буде їздити на кар'єри. А на кар'єрах вангую, що вона дуже швидесенька також, хоча це залежить від водія. І отут ми знаходимося на етапі, ха, у нас два рекомендованих автомобіля, все, можна є, з чистою душою радить замовнику цей автомобіль. Він каже, ні, пацани, я новий в цій темі, ми побачили лише один варіант. І ми розуміємо для себе, що це помилка дуже багатьох людей. Тобто ми заточені під те, щоб зразу знайти найкраще. І майже завжди те, що ми шукаємо далі, не завжди, ну хоча ні,
справедливості раді треба сказати, що іноді буває таке, що десь свіжа об'ява, десь щось, але це не закономірність. Тому що ми заточені під те, щоб сразу знайти найкраще. Проапрацювати всю історію про автомобілі для того, щоб не їхати, дивитися якийсь хлам і доказувати, що він там класний або поганий. Якщо машина не дуже добра, ми її відсіюємо відразу. Якщо у машини є великі шанси на успіх, ми їдемо, дивимось, вичиняємо, доказуємо це або спростовуємо, і потім ми радимо цей автомобіль. Таким чином дуже багато часу економиться. Але тут людина, він новий в цьому бізнесі, він каже, я хочу ще. Окей, сказано, зроблено, їдемо дивитися далі. Так, доброе утро, смотрим уже в процесі. Уже дуже кое-що перевірили. Зараз я по кругу так от візуально пройдусь так. Подмятый тут, подмята тут. Неподготовленный диск колесный, он такой ржавый. Неподготовлено тут, не крашено. В принципе, он внешне выглядит очень даже нормально. Сейчас посмотрим, как это изнутри выглядит. Баллоны в порядке, энергичи в порядке визуально. Что там по аккумам? Свежий ночник, да, не вижу. Свежак, да? Так, и тут разные все колеса. Тут тоже эта кама вообще стоит, 21-й год. Я понял, короче. Вот эта кама, и вот там внутренняя кама, наружный континенталь. Я, конечно, кама такая себе. Резина, если честно, она, видишь, уже вся шашечкой вылилась. Клеммы норм. Визуально сейчас по запуску будет слышно, в принципе, в каком состоянии. Где тут этот? Сухой. Тут дальше пошло, короче. Открыли, скинули крышку дефриза. Мало того, что она в каком-то хорошем таком качественном налете, оно еще и вот тут ржавое, что в принципе плохо. Так его еще там и нет. Сейчас я покажу. Мы брали уже на тест. Его там бодяжили водой. Бодяженный антифриз — это не очень хорошо, я должен сказать. Вот, во-первых, он по цвету. Вот, как вода, должен быть красный. Ставим в прибор и смотрим. Вот, грубо говоря, вот, меньше 20, а должно быть минус 35, где-то вот так вот. Это нам говорит о том, что убегает антифриз где-то, и его постоянно бодяжат, добавляют туда воды. Что, в принципе, плохо. Вот. Ну, мы понимаем, что надо искать утечку по антифризу, это как минимум, и менять антифриз. Плюс мыть бак, менять крышку, клапан. Помпа течет. Давай тут радиаторы посмотрю. Так, ну радиаторы мыть по-любому 100%, они он забитые. Подушки, ну короче, она не билась точно. Так, салончик. Салон, ну есть затертости, понятное дело, они будут. По рулю. Руль, ну так изношен, конечно, как для карьерника. Но не в лохмотья. По пластику, конечно, мог бы быть и получше. Так, тут вот такие вот царапины, тут треснувшее было. Восстанавливали. Ну, эта штука вряд ли будет работать. А не, открылась даже. О, блин, магнитолка не робе. Короче, поплывший экран. Так, шторы. А, вот эта вот шторка, планка отвалилась. Вот она должна быть. О, а знаешь, чего тут так пахнет? Тут мышки живут. Ну как не может? Это тогда не мышки накакали. Я не знаю, сколько штук. Ты хочешь, чтобы я по какашкам определил, сколько тут мышек живет или что? Хорошо, да? И там тоже. Она в холодильнике сидит. Я не буду тогда. Давай. Так это наносит куда-то она. Нету. Пропал и раз. Фисташечки. Выглядит вроде по комплекту, но... Вроде не зацарапанный, не замызганный, но этот самый неухоженный салон. Так, салон, короче, минус. Дуже глибоко цей автомобіль не треба дивитися. Чому? Тому що рефрактометр і салон. Ну, рефрактометр, понятно, це розбодяжений антифриз, це окрема історія, але знаючи наше відношення, не наше, а відношення замовника до салонів, сказати йому, що тут салон... Тут в салоні жили миші, вони щось жрали, ці миші, потім це, що вони жрали, вони розкидали по цьому салону, нагаділі, нагризли там провода, і ми розуміємо, що після мишей і погризаної проводки цей автомобіль точно не потрібно радити, тому що ми з'ясуємо, а чи не пішов той автомобіль. Тому прийняти рішення повернутися на
синій МАН, той, що ще, на наше щастя, не проданий. Ну, насправді, коли от зараз знімається відео, на нього вже встановлена гідравліка, він вже повністю підготовлений, і наша задача – цей автомобіль перегнати в Одесу. Але це історія, що буде трошечки пізніше. Не вклалися ми в графік випуску відео, так, щоб вам показати ще, як ми їздили на цьому автомобілі в Одесу. І також, напевно, ви це побачите в історії з ДАФом, що обирався паралельно з цією історією. Ну, а на сьогодні у мене все. З вами був Микола Тарануха, частина команди 1 авто, що сидить отам за... Сразу 4 різних думки. Камери, налаштунки, монітори. Коротше, по ту сторону камери їх 1, 2, 3, 4, 5 людей. Все, у мене на сьогодні все. Ніхура, друзі, не все. Якщо ви знаходитесь на стадії вибору автомобіля, якщо ви, як наш замовник, не розумієте, що вам потрібно, ви можете зателефонувати до нас або написати. У нас розмови безкоштовно, ми вам все детально розповімо, розкажемо, пояснимо, що потрібно з нашої точки зору, з точки зору вигляду автомобіля. Бо дуже людей багато є на стадії, що мені потрібна вантажівка, а про вантажівки нічого не знаємо. Контакти під відео, тепер у мене точно все.